Здравия желаю, уважаемые зрители. Итак, представляем вашему вниманию схему «Вечный двигатель». Итак, что мы видим? Схема это, как говорится, тут на маленькие токи и на мощность небольшую, на 100-ваттные. Но это пойдет и на любой размер. Значит, у нас будет два мотор-генератора тока. Один, два. Дальше. Ионистор. 5 штук по 500 фарад. Напряжение здесь 12,5 вольта. Значит, первый мотор-генератор соединен на валу со вторым. Тут делать надо подлиннее рычаг. За счет рычага, чтобы увеличилась мощность. И тут второй мотор-генератор. И тут же стоит ионисторы на выходе. Значит, как работает система? Запускаем. Тут у нас на первых ионисторах 12,5 вольт. Это первый этап. Тут у нас 10 вольт на вторых ионисторах. Первый этап. Пошло. Ток пошел на мотор-генератор. Тут вот плюс и минус. Мотор-генератор закрутился через вал, через длинный рычаг, чтобы увеличить мощность. Рычаг подлиннее, но не слишком увлекать. Метр может. Да, метр хватит. Это мощность 100 и это 100. 110, вернее. 110 и 110. Крутит вот этот вот генератор. Мотор-генератор. Здесь напряжение 10, и поэтому ток идет сюда. То есть заряжает эти ионисторы. Заряжает до... А здесь идет разряд их. Значит, как только здесь разрядилось, примерно до 10, одновременно здесь зарядилось примерно 12,5. Начинается второй этап. Раз здесь зарядилось, а здесь разрядилось, ток пошел сюда. Ток идет туда, где, как говорится, меньше. То есть, где напряжение меньше, от большего идет к меньшему, как и поток воды. Если где-то, допустим, меньше, здесь 10 стало. Здесь стало 12, значит, он пошел, а здесь стало 10. Ток пошел сюда, вот этот, это второй этап, 12,5. Опять через этот вал крутит этот и заряжает до 12,5. Как только здесь разрядился, здесь зарядился, опять по новой. То есть беспрерывный цикл. Это, значит, показано на 12,5. То же самое можно продемонстрировать и на 110 ватт. Можно, значит, делать 500 ватт, киловатт. Соответственно, здесь увеличивать мощность ионисторов не 12,5 вольта, а больше. Может быть, напряжение, если будет у вас на 12 вольт генераторы будут, то здесь просто параллельно соединять их. А если будет напряжение повышаться последовательно. Ну, в общем, увеличивая мощность, увеличиваем ионисторы. И так можно на любую мощность это будет система работать. Также она будет работать в машине. И также как генератор еще, значит, это для машины схема. А чтобы генератор, значит, разные ставим. Здесь, допустим, 110, или здесь, допустим, 200, а здесь 110. Здесь мы в два раза больше ставим ионисторов, здесь в два раза меньше. Нам для прокрутки хватает, значит, вот столько. И, значит, половину, где у нас больше, половину отсюда можно брать на потребителей. Половину. Или там меньше, смотря какая разница между вот этим и вот этим. Вот такая универсальная схема вечного двигателя.
Я еще не запускал. Пробуйте. Но думаю, что это верное дело. Так как отличается от тех, что я давал, тем, что здесь почти никаких запчастей. Только мотор, генераторы, вал, рычаг и набор ионисторов. Все. Нет ни реле, ни всяких инверторов, ни АКБ, ни выпрямителей. В общем, никак... То есть схема очень простая. И в то же время будем ее пробовать. Должна пойти. Кто заинтересован, тоже пробуйте. Поэтому я ее даю, чтобы народ опробовал. Эта схема должна пойти. Сейчас я ее не запустил еще. У меня только один есть такой. А второй обычный. То есть как только будет мотор, второй запущу сам. У кого все есть, можете сами пробовать. Все.